Уже 15 лет в центре Ярославля существует маленький уголок Грузии. Называется он ресторан «Имеди». Его гостеприимный хозяин Надар Георгиевич Цумая сегодня отмечает день рождения и одновременно юбилей ресторана. Мы с вами приглашены на это знаменательное событие. Ну что, Надар Георгиевич, у вас сегодня такая дата, немножко воспоминаний, собственно говоря, и ваших впечатлений от того, что уже 15 лет этот корабль плывет. Да, знаете, что вот сегодня утром, когда проснулся и представил, что вот 15 лет так быстро пролетело, и за эти 15 лет таких 15 миллионов счастливых дней было, потому что мы творим счастье и радость, и удовольствие для наших горожан. Город, который я люблю, город, который я уважаю, город, который я ценю, и без этого города даже представить не могу. Стараемся для них создать маленький уют, маленькую Грузию в этом прекрасном городе. Завтра будет лучше, чем сегодня. Это лозунг нашего заведения. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Мы собираемся уже здесь не первый раз. Это все, представляете, члены родительского комитета. Дети наши школу закончили, уже внук 20 лет назад. А мы все собираемся. Они друг с другом нет, а мы всегда. Надару Георгиевичу обязательно здоровья, кавказского долголетия, чтобы рок изобилия всегда был в этом ресторане, и чтобы он как можно дольше существовал и радовал ярославцев и гостей города. Приходите в Имеди, вас будут вкусно кормить и красиво за вами ухаживать. Я хочу поздравить Надара Георгиевича с днем рождения. Это прекрасная дата. Мы просто влюбились в это место. Самые наилучшие пожелания. Чтоб долгие-долгие годы кафе «Имеди» радовало своих посетителей. Ну и пожелаем процветания этому заведению, да, чтобы они отметили 20, 25 и так далее. Я с детства знаю Надара Георгиевича, он друг моего отца, поэтому мы семьями очень близко дружим. И в организации сегодняшнего праздника тоже принял небольшое участие. Да, артисты – это мои близкие друзья. Надар Георгиевич – прекрасный пример того, как нужно любить гостей. Он всегда всех встречает с теплом, многих своих гостей помнит по именам. И это залог того успеха и того вот этого грузинского гостеприимства, которое ему удалось за столько лет здесь не просто создать, но и поддерживать и развивать. Это мой самый любимый ресторан в Ярославле. Мы все очень любим наш ресторан, он семейный в первую очередь, и всегда все решения принимаем вместе, папа советуется с нами. Есть любимое блюдо? Да, хачапури. С Надаром Георгиевичем знакомы уже более 10 лет. Могу сказать, что это уникальный человек. Вот другого такого нет, человека в Ярославле точно. И поэтому, наверное, все, что он делает, оно тоже имеет уникальный характер. Я думаю, что за годы работы «Имеди» здесь побывало огромное количество наших горожан. И многие, я уверен, здесь, побывав первый раз, приходят сюда еще очень много раз после. Надар Георгиевич. Человек очень многогранный, и кто его близко знает, он прекрасно понимает, что вот просто так приехать из Грузии и на Ярославской земле и построить бизнес, построить заведение, это надо быть просто не просто эрудированным человеком, это надо быть талантливым человеком, которым как раз и является Надар Георгиевич. Крепкого здоровья, и чтобы его задумки, которые на сегодняшний день у него точно есть, все сбылись.
Имеди в переводе с грузинского значит «надежда». Надежда – это всегда обещание. Но в случае с Надаром Георгиевичем это еще и… Это своеобразная клятва, гарантия в том, что еда будет всегда вкусной, в том, что атмосфера будет всегда дружеской, в том, что здесь примут, обогреют и утешат. Поэтому от всей души я поздравляю с днем рождения Надара Георгиевича и замечательный ресторан «Имеди», где я очень люблю бывать с друзьями. С 2018 года, с мая, я здесь работаю по пятницам, субботам, радую гостей. Огромное количество гостей приходит послушать меня, приходит покушать вкуснейшую грузинскую кухню. Я безумно счастлива быть в их команде, работать с ними, участвовать в этом процессе. Большое-большое спасибо. Надар Георгиевич, здоровья, очень-очень крепкого, богатырского. Мы вас очень любим, желаем вам большого счастья, успеха, процветания, конечно, положительных гостей. И побольше, побольше, побольше. Поздравляю еще раз ресторану с сегодняшним праздником 15-летия. Это о многом говорит. А, конечно же, Надар Георгиевич хочу поздравить. Он замечательный человек. Долголетие, долгих лет жизни, всех благ ему. И пусть у него все всегда, везде, во всем будет хорошо. Человек, кем родился, тем должен гордиться. Мне очень приятно, когда я вижу настоящего грузина. На благо своей семьи прекрасной, на благо друзей, на благо посетителей, которые любят хорошо и вкусно поесть грузинскую кухню. Живите долго и счастливо.